А Мич, который толкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки, предстанет перед судом. Следователи завершили работу над уголовным делом в отношении 35-летнего мужчины. Напомним, инцидент случился вечером 23 апреля на остановке улица Магистральная. По версии следствия, нападавший находился под воздействием запрещенных веществ. Он без причины толкнул на проезжую часть незнакомую Амичку и бросился бежать. В тот момент к остановке подъезжала «Газель». Благодаря реакции водителя женщина осталась жива, отделалась сотрясением мозга. Задержать фигуранта помог свидетель происшествия. Неравнодушный Амич догнал нападавшего и вызвал полицию. Известно, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. Теперь ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Уголовное дело готовится к передаче в суд.